Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко, и сегодня у нас в гостях человек на удаленке, потому что с ним мы пересечься сможем, видимо, только уже после второй волны коронавируса, если она будет. И, как ни странно, современные технологии позволяют нам офигенно сделать качественное интервью в формате удаленном, когда просто он у себя снимает, я у себя снимаю. И человек находится в Кемерово. Это создатель группы, если вы интересуетесь джазом или фьюженом или какой-то такой музыкой, в группе есть такая ВКонтакте, называется «Джаз и импровизация». И ее создатель Рома, Рома Алексеевнин. Привет, Рома, он у меня немножко вот там, я как бы туда смотрю. Вот. Но вам приветствие я уже сказал, поэтому переключаюсь на него. Рома, привет, Сегодня ты у нас в гостях. Утром мне сказал, что у них три дня назад уже пошел снег. Правда? Да, это? да. Пошел снег. Это Сибирь, это нормально. Бывает даже и в сентябре снег, и даже летом иногда бывает, правда, совсем ненадолго. А этим летом был? Нет, этим что-то не помню такого. Я помню в детстве в школу, когда ходил, прям угорали мы что типа сирень цветет там в мае или когда это или в июне и, и снег лежит а, жестоко давай короче вернемся как раз сразу в детство я почему решил с Ромой сделать интервью потому что он помимо того что он создатель офигенного паблика он еще и очень крутой музыкант он сейчас сам про все расскажет но Возможно, многим из вас будет интересно. Он еще, помимо того, что крутой музыкант, он еще и преподаватель. На самом деле, помимо еще того, что крутой музыкант, он один из немногих музыкантов, кто не уехал в Москву. Кому классно жить, соответственно, в том регионе, в котором он проживает. Редко кто из очень серьезных музыкантов остается в своих регионах и не сваливает в Москву, хотя мне кажется, что сейчас вот как раз второй волной вируса, многие музыканты поменяют свою точку зрения и поедут обратно в регионы, потому что как бы в Москве просто все будет закрыто. А, Ром, давай вернемся в детство и расскажи, пожалуйста, как ты начал играть, на чем и как ты вообще свой музыкальный путь начал и во сколько? А, да, это будет длинная история. Давай, Давай круто. Начал я играть на фортепиано, а точнее, на синтезаторе Электроника. Если не ошибаюсь. Такой он был в алюминиевом корпусе или в каком-то железном. Короче, советский старый синтезатор принес домой папа. Мне было где-то лет 7, по-моему. Друзья, спасибо огромное, что смотрите это интервью с Ромой, что интересуетесь такими темами, как джаз и импровизация. И обязательно проходите по ссылочке внизу, потому что там вы сможете вступить в мой клуб «Ряженка Гитар Клаб», и там вы получите скидки партнеров. Это магазины различные, сети торговые, музыкальные, все, что касается музыкальных инструментов, сможете там получить скидку на то, что хотите, а купите стоимость резидентства просто с первой покупки. Также проходите там в том же абсолютно клубе вы найдете доступы к чатам, где скидывается уникальный контент от гостей чата. То есть это разные блогеры, музыканты известные, уникальные уроки, контент и интересные фишки, советы. Это также партнерские предложения по образованию от партнеров клуба, если вы хотите прокачиваться в импровизации от топовых школ и топовых онлайн-продуктов. И также огромная бесплатная уже база знаний, включенная в резидентство. Там куча книжек моих, там видеоуроки, чаты, монетизация, импровизация и задания регулярные, еженедельные. Спасибо вам огромное. Жду вас. По ссылочкам внизу и подписывайтесь на мой канал подписывайтесь также на канал рома обязательно и я просто прилип к нему и то есть он мне показал пару мелодий и я их вот бесконечно как бы наигрывал наигрывал потом просто в какой-то момент сказал маме я хочу в музыкальную школу мама говорит не проблема у нас через два дома там музыкальная школа была мы пошли летом благополучно записались и все, я начал ходить в музыкальную школу на фортепиано. Ну, естественно, синтезатор для занятий не подошел, поэтому купили пианино. «Красный октябрь», по-моему, оно называлось. Ну, короче, пианино, да, когда пианино домой привезли, я прям к нему тоже прилип сразу, не настроенный инструмент, я на нем что-то прям залипал. Мне папа говорил, да подожди, не играй, настройщика позовем, он настроит, а то слух испортишь. Я все равно не слушался, короче, играл на нем. Ну, в общем, да, к, ин к инструменту просто тяга была. Но где-то в классе, в третьем, музыкальной школы, э произошел, произошел перелом. Я понял, что мне что-то не, не сильно нравится, то, чем мы там занимаемся. Потому что там э единственный путь ⁇ это играть классику. А играть классику мне не совсем нравилось. Теорию я не совсем вообще понимал и мне не сильно хотелось, хотелось там на всякую музлитературу ходить и так далее. Короче, мне нравилось на инструменте что-то делать самому самостоятельно там находить, подбирать. Но мне не нравилось принципиально вот играть музыку, которая меня заставляет, тем более если она мне ну, не нравится вообще. Поэтому я начал просить сначала просто давай мам, я больше не буду ходить в музыкальную школу, не хочу, мне не нравится. Потом просто уже вообще плакать, короче, мама ни в какую, потому что, говорит, если начал, то надо обязательно закончить. Короче, я закончил ее кое-как, э отучился, прям получил диплом как-то, аттестат называется. Вот, но я абсолютно уже не хотел и как бы занимался как попало. Большое спасибо моему преподавателю Людмиле Павловне Мариненко, которая, несмотря на то, что... Вот я, я не представляю, как, допустим, если бы я с таким учеником занимался, как бы я вообще... Как бы мы получили этот аттестат. Потому что я был ну, отвратительнейший ученик вообще. Я настолько, не знаю, безалаберно занимался. Я выпускную программу учил не знаю, за две недели до экзамена выпускного я ее вообще кое-как там играл. Вот, в итоге, ну, как-то, я не знаю, как, я уже не помню как, но получилось. Я сыграл как-то, там что-то получил, какие-то оценки, вроде даже неплохие. И все, получил аттестат и сказал, ну, все, наконец-то. Это как раз класс 10, наверное, был в школе в общеобразовательной. Говорю, ну все, вот наконец-то я отучился, пожалуйста, этот э, аттестат в шкаф, э, пианино отдали в какой-то детский сад. Я сказал, я больше этим заниматься не буду никогда в жизни, вот этой фигней, музыкой. Никогда. Но прошел, наверное, год или два, и я начал в музыку заходить немножко с другой стороны, с той с которой, как бы, и нужно было изначально. Э, по собственному желанию. То есть, слушая музыку и испытывая желание эту музыку сыграть и начал осваивать э, инструмент который для меня вообще опять же отвратительным казался когда я учился на фортепиано это инструмент гитара акустическая гитара у нас стояла все время дома папина такая старая советская с железными струнами вот э, я вообще не понимал как на этом инструменте можно играть потому что ну нажимать там пальцами это же так больно типа струны жесткие но желание как-то развилось, короче. Вот. Мне купил папа с нормальными нейлоновыми струнами, классическую такую, типа, гитару. И я начал, показал мне пару аккордов там, что-то какой-то там самоучитель с аппликатурами, я понял, как это работает, вот эта аппликатурная история и начал как бы осваивать сам, то есть играть песни. Тогда как раз э, вышел первый альбом группы Пятница 2003 или 2004 год. Вот. А прости, а сколько тебе лет, чтобы просто люди понимали? Потому что я вот, ну, у меня свои тайны на этот счет, а у тебя? Мне мне сейчас 33 года, вот 2000. Офигеть! Короче, мы с тобой два скучных человека в кепках, э, которым, блин, за 30 жесть. <сёк> ну да, да, наверное. <сёк> так, группа 5... Пят... просто ты сказал группу Пятница, и я на это среагировал, такой, думаю, блин, я же тоже помню, когда у них вышел первый альбом, и помню этот момент прям. Да, да, да. А некоторые могут даже не понять, что за группа из, из тех, которые... Я которые думаю, слушают. многие уже не поймут вообще, что это такое. Так группа «Пятница». Вот. Э, мне понравилась музыка, понравилось, как у них это все сделано, как бы битбокс, вокал, гитара, больше ничего. Очень крутой, кстати, альбом вообще. Безумный. Офигительный, офигительный альбом. И что мне всегда нравилось в музыке, ну, как бы я тогда аналитически не мыслил, а сейчас я как бы назад отматываю и понимаю, что мне всегда нравились в музыке септаккорды. И в их музыке у, у них большинство, как бы, у них все на септаккордах. То есть у них гармония, гармонии с септаккордами, такие там 2-5-1 всякие, вот такие штуки типа там а джазовые, короче, фанковые. И мне это так понравилось, то есть я начал как бы разбираться в этих аккордах на гитаре. Ну, в общем, спустя какое-то время я как бы более-менее освоил акустическую гитару, там что-то пел тоже подражать там пытался. Вот. было еще несколько групп, которые я слушал, помню точно, ногу свело прям, мне сильно нравилось, я тоже там что-то ну, находил, короче, аккорды, попивал песенки в общем и поигрывал. Потом, в какой-то момент, в институте, а, да, где-то вот на рубеже между школой и институтом, то есть 2004-2005 год, я переключился на электронную музыку, типа на, на диджейнг. И, наверное, года два так прошло, то есть, прям ночные клубы. Там я устроился, короче, в один клуб, прям рядом с, дома, с домом работал, покупал там винил, короче, научился сводить, там, ну, окунулся, короче, в эту музыку. А в институте у нас тем временем сформировалась такая рок-тусовка, потому что, э, ну, короче, большинство студентов э, моих одногруппников и там из параллельных групп они в, в рок-группах играли короче кто на бас гитаре кто там на барабанах кто на гитарах в общем такая рок тусовка была и как бы вольно невольно я как-то с ними ну, все равно общался начал как бы постепенно еще в, в рок историю короче тянуться тем более что как бы гитару там немножко освоил короче на одну в один год э, на фестиваль студ весна Предложили мне сыграешь на гитаре. Типа, ну давайте сделаем какой-нибудь номер. Я такой, ну давайте. Мне дали там электрогитару. Я что-то там сыграл, короче, какую-то песню аккордами поаккомпанировал ребятам. Не помню, насколько это было ужасно. Но фотографии с тех времен у меня остались. Если играл, скорее всего, я так же ужасно, как эти фотографии выглядят. Вот: Гитара, рок, да. И в какой-то момент мне попала в руки просто бас-гитара. То есть просто я не помню точно, у кого-то я взял на репетиции, по-моему, взял, короче, поиграть на бас-гитаре. И влюбился в этот инструмент, то есть просто мне так понравился звук, понравилась вообще вот эта вот мощь. И... Я начал дома на акустической гитаре просто снимать партии простые, бас-гитарные, каких-то там тоже рок-песен. Играть просто тупо стоять на, вот, на нижних двух струнах, на обыкновенной гитаре с нейлоновыми струнами, бас-партии. Вот, и так прошло какое-то время. Однажды меня позвали на репетицию ребята, которые сказали, типа, нам нужен бас-гитарист. Я такой, ну, конечно, я бас-гитарист, типа, хотя у меня бас-гитары нет. Ну, не проблема, мы тебе дадим. Дали, короче, мне бас-гитару. И говорят, ну, бери домой, типа, занимайся, мы же там будем репетировать, играть. Я такой, окей. И забрал эту бас-гитару, Ямаха какая-то была, такая синенькая, четырехструнная. И, короче, не давал чуваку просто 8 месяцев бас-гитару его. То есть группа уже перестала давно там, репетировать, что-то я перестали мы собираться. Но я дома сидел просто каждый день на этой бас-гитаре играл. Вот прям каждый день, помню, начал заниматься, потому что... Ну, у меня такое ощущение было, мне не хотелось, короче, терять скилл. То есть я научился там играть какие-то песни. Я думаю, так, надо их играть каждый день, чтобы не, не потерять, потому что там пару дней проходит, и я чувствую, что... Короче, хуже становится, все плохо, и поэтому у меня, короче, вот начала вырабатываться привычка заниматься каждый день просто из, ну не знаю, из страха потерять скилл что-то типа того, какие-то такие ощущения. Ну вот и бас-гитара появилась в моих руках где-то году в 2007, а это как раз вот э, группы там Аматори Джейнэйр, я как раз отрастил себе такую челку, короче. Э, черная рубашка, розовый галстук, туннели вот эти появились в 2007 году как раз. Вот. Занимался на бас-гитаре и вот играл, типа, музыку типа того, типа всякой там, не знаю, дедкор, там с некоторыми группами собирались мы. Вот. И это продлилось, наверное, года, год или два. И потом я переключился на другую музыку, потому что, опять же, из-за компании. Я попал в компанию ребят, джазменов. То есть я учился в Институте культуры на специальности прикладная информатика. И вот вся рок-тусовка вот это там была. Но в другом корпусе этого Института культуры был музыкальный факультет. И там странно джазовое отделение было. И я уже не помню, как я с этими ребятами пересекся. Ну, в одном институте несложно это, в принципе, сделать. Вот, поэтому с ними я начал общаться. Мне стало интересно, что за музыку они играют. Я иногда там попадал к ним на репетиции в оркестровый класс. Просто офигевал, офигевал от их уровня, потому что, как бы, вот, ну, об, обычные, типичные рокеры, да, там, второкурсники, третьекурсники и, как бы, ребята, которые на эстрадно-джазовом учатся. То есть, разница, ну, мне уже тогда очевидной казалась. Я там офигевал от того, как барабанщик играет вообще, ну, как, просто какая это музыка. Духовые инструменты, опять же, я их никогда, как бы, не видел живую особо близко, как на них люди играют а тут прям вот э, тромбоны там саксофоны и короче я прям проникся я думаю блин надо попробовать э, поиграть эту музыку потому что как минимум э, и даже если я не продолжу заниматься то скилл у меня точно вырастет потому что эти чуваки ну крутые короче у них можно научиться я решил попробовать э, как бы мы с ними общались, как-то так дружба развивалась у нас особенно с одним барабанщиком, и Юра Пушкарев его зовут, он, кстати, в Москву переехал, не знаю, лет пять назад в группе Алоэ Вера, и он играл, вот. Вот благодаря ему, наверное, я прям окунулся в мир джаза прям так сильно, потому что в какой-то момент на, на лето он, короче, дал мне задание научись играть шагающий бас. Я такой, ну ладно, Юра сказал, надо, я вот буду с ним играть. Он вроде свинк играет, э, круто. Вот, хочу, типа, научиться играть шагающий бас, чтобы с ними там стандарты играть. Э, скачал книжку Эда Фридланда. Э, там что-то как-то на построение. Ну, короче, про шагающий бас. Там были минусовки, как раз. В общем, по этой книжке я прекрасно как бы понял. Э, Механику, как, как вот это все работает, и начал потихоньку заниматься. Вот, в сентябре, как бы, они, они все иногородние ребята были. Из Омска в основном почему-то. То есть, прям так в один год такая омская диаспора высадилась у нас здесь, в Кемерово. И вот они все, прям в один год поступили и учились здесь. Много было музыкантов. А почему, а почему они э, в Кемерово приехали? В Омске, типа, не было своего кулька там или что нибудь еще? Насколько я помню. В Омске высшего учебного заведения нет по музыке, то есть там есть колледж, они все окончили колледж и поехали за дипломом куда-то. А к нам, кстати, за дипломом в основном едут, вот в наш институт культуры. Из Новосибирска ребята едут даже из Казахстана, то есть вот из, из округи ближайший Казахстан. Казахстан здесь рядом. Ну, то есть заканчивают колледж и как бы нужен дальше диплом о высшем образовании. А в их городах э, высшего учебного заведения нет, поэтому все едут сюда. Получать диплом, но ну, приезжают уже в основном, как бы нормально играющие ребята. То есть они удивительно, просто. Удивительно, да? Кемеров. Кемеров уже небольшой город. Как там вышка появилась? Небольшой город, э, да, где-то ну полмиллиона примерно населения. Вот. Э, ну, как. Да. Скажи еще раз, какой ты вопрос задал. Кемеров небольшой город, а дальше? Я не задавал вопрос. Да, это просто мысли вслух. Ну, короче, да, окей. Значит, был, была вышка и дальше. А, в смысле, была вышка и че? Ну, в смысле, ты учился и дальше. А, да, ну я, получается, институт закончил в 2009 году по специальности прикладная информатика. Вот, но в момент, когда я заканчивал, я уже точно понимал, что прикладной информатикой я заниматься не хочу. Потому что я как ага. раз мне вот этих пары лет общения с ребятами с эстрадно-джазового отделения, и как бы, ну, иногда я играл с ними, вот этих пару лет мне хватило, чтобы понять, что я хочу прям заниматься музыкой. Хотя десятью годами ранее я был точно уверен, что музыкой я заниматься больше не буду никогда. Вот. Закончил институт. И, собственно, что дальше было? Ну, то есть на работу ни на какую я как бы не торопился устраиваться. Я просто занимался на бас-гитаре. Также сидел дома, ну, играл с ребятами. В какой-то момент а, у них басист там что-то не смог поехать на какой-то фестиваль. Они меня позвали. Это год 2011, наверное, был. Вот. И в Красноярск. А у меня, тем более, машина была. То есть мы сели так втроем и хорошо скатались на фестиваль. Там посмотрели на больших крутых фирмачей. Там были хедлайнеры. Квартет Ивана Фармаковского, где, собственно, русский был Есть только, такой? Он... Такой, только да. он, один был русский. Вот, а остальные все были саксофонист Ральф Боуэн, барабанщик Дональд Эдвардс и на контрабасе был Дэрил Холл, такой чувак. Да, а... да а Дональд Эдвардс очень, очень, очень крутой он. чувак. Вот, они из Нью-Йорка все, ну, как бы, ну, короче, настоящая фирма джазовая, прям вот... Короче, очень круто было. И была возможность с ними там пообщаться на фуршете после фестиваля. И как бы я удивился, какие чуваки все ну, простые, открытые. Как бы любые вопросы, там общение просто такое клевое. Вот это, кстати, круто. Ты сейчас упомянул слово «ферма», а потом ты сказал, типа, чуваки все такие простые, открытые. И как ты сам относишься к слову «ферма»? Что оно для тебя значит? Потому что, мне кажется, вот люди, нам уже с тобой, мы старые за 30, а молодые люди, мне кажется, уже вообще не знают, что это. Типа, и как ты трактуешь этот термин? Хороший с вопрос. С именно, 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 сейчас. именно сейчас, как ты его трактуешь? Просто высо музыканты высокого уровня, профессионалы своего дела, выполняющие свою задачу независимо от условий. Давай я тебе сейчас э, вопрос с э, подтекстом, короче, задам. Ну, вот, например, э, Денис Мацуев — это фирма? Ой, опасно, опасно. Слушай, да я... Но это же это же субъективно, это же для тебя, типа, просто. Ну, на самом деле, я вообще не сильно вдавался в подробности, как бы, исполнительские Дениса Мацуева, я как-то, ну, не помню, опять же, лет 10 назад какой-то, может быть, слушал альбом где-то типа джазовый. Ну, то есть, я не могу однозначно ответить на этот вопрос, я не хочу что-то, вот как-то. Не, 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 да, сорян, я просто это прикололся потому что у меня тоже за кафедрой был российский пианист, вот и вот интересно, слово ферма там даже применяли преподаватели э, к чему-либо в каких-то контекстах. И мы его, естественно, тоже подхватили. Но при этом про некоторых преподавателей я так сказать не мог, даже в том числе про самых главных с точки зрения иерархии. А про некоторых мог. Вот интересно, где эта грань. Да слушай, ну да, суб... мне кажется, это вот субъективное абсолютно понятие. Для каждого, мне кажется, музыканта есть свои герои, свои фирмачи. Для кого-то, может, и Юра Хой фирмач, Как бы для, для поклонников. Для меня. Вот, видишь. Поэтому субъективно, абсолютно, я как-то не могу однозначно. Но no. окей, no, okay. тем, тем не менее, получается, что слово фирма именно в твоей коннотации да и моей наверное тоже это что-то фирма по отношению к твоему вкусу правильно? ну да да ну да то есть даже уровень исполнения э, это такая субъективная вещь тоже для разных людей по-разному потому что как бы некоторые люди считают что когда чувак э, круто прыгает с гитарой то это высокий уровень исполнения и как бы для них он фирмач некоторые люди чуть более посвященные, да, которые там сами занимаются и, ну, понимают некоторые как бы подводные камни, то есть а -а -а. понимают mm -hmm. кухню, да, они же уже вникают, как человек играет и, как бы, для них другие уже критерии немножко, ну, то есть Субъективная, короче, очень вещь. Вообще, как, в принципе, как и весь вид искусства, музыка. Вот одна сплошная субъективность. И вот давай в эту сторону. Так, мы уже переключимся. Сейчас пару моментов уточню по поводу твоего, все-таки, периода активных занятий. Когда... Какие, сколько лет ты просидел с бас-гитарой? Ну, так, чтобы прям, короче, вот упороться в занятия и, в общем, потом вылезти из этого состояния и начать пользоваться теми навыками, которые ты наработал. Ну, вот я особо как бы не разделял время своих занятий на упарывание, да, и на потом на использование. Я как-то вот просто в музыку погрузился, то есть мне нравился сам процесс. Мне нравился, я, может быть, странный человек, как бы по некоторым своим ученикам я вижу, что они совсем в другую сторону их тянет. Но мне нравилось сидеть аппликатуры разбирать, играть гаммы, то есть продумывать аппликатуры там, ладов, как-то по всему грифу их находить, составлять, какие-то вот такие упражнения. Хотя парадокс тем же самым в музыкальной школе мне не нравилось заниматься. Но в музыкальной школе я не понимал, для чего это нужно. Вот эти гаммы, для чего они вообще нужны. А здесь, как бы, я уже осознанно понимал, я ну, понимал, что это просто строительный материал для мелодий, соответственно. А возможно понять в музыкальной школе в том возрасте, вот в котором ты, например, там учился, что это классно, что от этого можно кайфовать и что это полезно? Ну я думаю, да. Я думаю, да. Есть же, как бы, дети, которые. У тебя, У тебя такие свидетельства есть на памяти? Ну, у меня есть ученики чуть старше того возраста, в котором я учился. Были ученики. Чуть, -чуть старше того возраста, в котором я учился в музыкальной школе. Но, в принципе, да, были такие ребята, которым, которым вот тоже понравилось как бы окунуться в лады, аппликатуры. И, то есть, когда мы с ними чуть-чуть затронули тему импровизации и как, собственно, из чего, где брать ноты, из чего все строить, то как-то само собой все сложилось, то есть человек интуитивно понимает. Вот мне нужны ноты определенные, да, то есть мне нужна эта аппликатура. Соответственно, чем быстрее я эту аппликатуру выучу, тем свободнее и быстрее я начну строить мелодический материал из них. А возвращаясь к предыдущему вопросу, ты, получается, ну, как начал упарываться в занятия, так, собственно, пока и не прекращал. А, нет, 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 я. Э, ну как, короче, это разные формы всегда принимало. То есть э, начал я упарываться просто с такого немножко невротического состояния, как я уже сказал, когда ты mm -hmm. просто из, из страха потерять э, скилл. Занимаешься каждый день, то есть играешь одно и то же просто, вот прям одно и то же, повторяешь, да, как бы, вчера сыграл вот эту песню два раза и сегодня сыграю ее два раза, не меньше. Там, так, такие гаммы сыграл вчера и вот сегодня сыграю, и все. Потом в какой-то момент э, это переросло в более осознанное, то есть, а для чего я делаю, а, а зачем, вот, а как мне здесь улучшить, и вот такими категориями я на, начал мыслить. Как, бы, как это делают другие люди, да? Что интересного из этого можно извлечь? Вот. Как, как здесь можно с этим э, поиграться как бы, и позабавиться, чтобы самому интересно было, а не просто одно и то же повторять э, и, изо дня в день. Вот в такое состояние переросло. Ну, надо сказать, кстати, что я очень сильно благодарен одному э, американскому бас-гитаристу, который э, даже понятия не имеет о моем существовании, его зовут Янек Гвиздала. Вот, но ну вот благодаря ему и его музыке я вообще много много очень мотивации получил, потому что мне просто понравилось вот как ты наткнулся на видео, не помню, тоже очень давно уже понравилась как бы его мелодика какая-то вот какая-то такая изюминка во всех мелодиях во всех его импровизациях и в музыке не знаю неведомая какая-то. То есть мне прям вот просто понравилось, как он играет и, и как звучит его музыка, его композиции. Вот. Я начал просто снимать некоторые, некоторые там фразы, короче, фишечки у него копировать. Потом он запустил как бы с, э, ну, образовательную историю там на своем канале. То есть начал рассказывать, как он занимается, как он что делает. И я из этого вообще тонну мотивации просто получил, потому что я слушал и понимал, вот оказывается там какая вообще бездна огромная внутри там головы этого человека, внутри его сознания, то есть как, как человек вообще мыслит в музыке, интересно. То есть как, как он строит свои занятия, не в плане как занятий техникой, просто играть там что-то, гонять и гонять, а в плане именно выражения эмоций, как, вот, как откуда это он берет, то есть это, как, как вообще он это раскладывает на какие-то составляющие, чтобы, чтобы из, из этого извлекать, короче, идеи и развивать. И вот, наверное, создание и развитие музыкальных идей ⁇ это, вот наверное, основная вещь, которая меня зацепила в нем в его образовательных видео, и в том, вот что он говорит, как он вообще рассказывает, и вот построение своей своих занятий, я вот, вот этого много очень у него подчеркнул из этого и начал пытаться тоже заниматься, как бы в соответствии с тем, что я научился. То есть не просто вот тупо тебе показали упражнение и ты играешь это упражнение, потом тебе показали завтра ты другое упражнение берешь играешь его а уже начал, наверное, как-то так э, мыслить, э, как мне развить музыкальную идею, как мне постараться услышать э, внутри себя музыку, как мне э, снять чужую идею и э, перевернуть ее так, чтобы она стала вот моей, какими-то вот такими я категориями начал мыслить. И так я, наверное, занимался. Ну, короче, был у меня период плотных занятий, где-то года 4, я думаю, когда вот... Э э то есть на начало возрастать количество часов в день, даже, наверное, лет 5. То есть я постепенно... Короче, начал, я помню, заниматься где-то минут 40 в день, когда прям только бас-гитару в руки взял. Я прям помню, не меньше 40 минут в день точно, потому что, типа, меньше, чем за 40 минут я не сыграю все, а если не сыграю все, то, как бы, я стану хуже и не смогу, короче, повторить потом. Потом от 40 минут постепенно росло, короче, до часа, до двух часов где-то. Ну и самый пик, это, наверное, был где-то часа 4 в день я занимался. Ну, я знаю, что это не так уж много, потому что, как бы, многие, все крутые музыканты рассказывают, что они целыми днями там занимались, и по 8, по 10 часов. Ну вот по 8, по 10 часов у меня такого никогда в жизни не было. Наверное, максимум это было 4-5 часов в течение, там, лет 4, я думаю. Вот, Причем, ну, суммарно, то есть я не, не принимаю во внимание какие-то перерывы, там, отдых, и вообще до определенного момента, до, который был не так уж давно, я как бы, я вообще не придавал значения никаким перерывам отдыху. То есть, если я там занимался 3 часа в день, и это, и это очень плохо, это очень плохо. Я вообще вот садился и 3 часа не вставал, и даже как бы, и практически не переставал играть. То есть я там сыграл свою какую-то там техническую часть, разминку, потом начал там импровизацией заниматься, еще чем-то, аккомпанементом. И все это вот просто без остановки, три часа не вставая вообще. И да, в какой-то момент это очень плохую, плохую вещь со мной сыграло. Я понял. Круто. Это очень хороший опыт, мне кажется, сейчас всем. Но на самом деле... Ну уникальная же получается история у каждого человека, тем не менее все равно вряд ли есть смысл э, копировать какую-то модель. И как ты считаешь? Ну я думаю до определенного этапа может быть даже и неплохо копировать модель, но на в каком-то все-таки месте наступает момент, когда ты начинаешь уже сам думать. То есть начинаешь сам думать и как бы строить уже свою модель на ходу. Мне кажется, это ну, неизбежен такой момент, если ты более-менее долго и много занимаешься. Просто ты с образованием и вокруг образования музыкального, ты э, насколько близко всегда к нему находился. То есть в качестве студента, в качестве э, преподавателя, в качестве создателя очень крутого образовательного паблика. Ну, так или иначе он образовательный, потому что там тоже много методического материала. Ну, короче, то есть, типа, так или иначе, как я, ну, могу сделать, да, просто такой беглый э, обзор, да, то есть, и составить портрет, ну, вот, конкретного музыканта, причем, э, ты же себя практически никогда не выкладывал в своей группе, правильно же? Я? Ну, немножко там чуть-чуть было. Чуть-чуть, да. То есть тебя там не прослеживается прям э, как-то много, и ты все равно рядом где-то есть. И получается, что вокруг образования, ну, кажется, вот бегло ты присутствуешь. Э, так ли это и насколько я прав, что это так или иначе тебя всегда как-то окружало? Да, ну, прав на сто процентов. Образование всегда было где-то рядом, если мы говорим о традиционном образовании, да, таком, когда диплом получают, то как бы всегда где-то рядом. То есть я познакомился с ребятами-джазменами в институте, они получали образование. Я хотел там когда-то поступить туда же, там тоже отучиться, как бы получить диплом. В какой-то момент я даже поступил, как бы, и заочно, и недолго там проучился, в итоге вся эта история зависла до сих пор, то есть как бы я не доучился, диплом не получил. Вот. Но образованные люди с точки зрения музыки тоже как-то всегда рядом были. То есть те же самые ребята, они все получили дипломы, там кто-то устроился в оркестр, там кто-то вот уехал просто в Москву, как Юра Пушкарев, например. Вот, кто-то просто там в музыкальных школах работает. Вот, что касается Образование, когда ты не просто получаешь диплом, а как бы ты рассчитываешь на развитие в плане музыки, то вот такая такие идеи. Ну, наверное, практически сразу начали меня посещать, как я начал заниматься. То есть я понял, что я занимаюсь, это помогает, благодаря этому я развиваюсь, что я как-то отстраиваю сам могу отстраивать процесс своих занятий. Это тоже влияет на, на то, как я развиваюсь. Вот, и как-то вот идеи само, самопознания музыкального, что ли, и самообразования, ну, достаточно давно, в общем, витали в воздухе. Вот, и как бы со временем они материализовались, потому что я понял, что ну, самое главное это осознанность, четкая постановка цели, как бы, да, и понимание, что для этого нужно делать. То есть не всегда, конечно, оно есть, но часто оно приходит в процессе занятий. То есть для меня ну как бы исключено, что ты сидишь и думаешь, как бы как бы мне стать лучше, но при этом ничего не делаешь и стать лучше в таком случае практически невозможно. С другой стороны, ты сидишь и занимаешься каждый день, может быть, ты не совсем понимаешь, что нужно делать для того, чтобы стать лучше, но это понимание приходит в процессе просто ежедневных кропотливых занятий постепенно, постепенно приходит. Что касается паблика, слушай, ну опять же, вот из тех ребят, которые меня окружали, которые учились на эстрадно-джазовом отделении, был один парень, саксофонист, абсолютно офигительный. Глеб Синченко его зовут. Он тоже давным-давно, лет 10 назад, уехал в Питер и, по-моему, до сих пор там живет. Как мы с ним э, с, э, сотрудничали, то есть, короче, э, меня позвали поставить, э, ну, музыку, так скажем, э, в, в торговом центре, да, там, чтобы, типа, привлекать народ, короче, ну, чтобы просто было круто. Я предложил, э, говорю, ну, может, минусовки включать, типа, саксофониста поставить. Говорят, ладно. И вот этот парень, Глеб, саксофонист, и я говорю, ну, давай, э, типа, поиграем. Он говорит, давай, мы просто тупо брали Аберсоль до минусовки, включали их, да, и он играл стандарты в свое удовольствие. Я сидел, слушал в свое удовольствие, потому что я тогда только начал как раз заниматься. И мне прям было классно просто слушать импровизации на саксофоне. Он, как бы тоже говорит, ну что, я позанимался там час-полтора, мне заплатили денег еще, вообще кайф. И вот, и этот парень Глеб, он просто настолько как бы глубокими, глубокими знаниями в области гармонии, там обладал в области импровизации. Кругозор музыкальный у него был просто широчайший. То есть я прям от него... Ну, просто, короче, кайфовал как, вот, как от музыканта и как от человека, потому что у него что не спроси, а я мне же как бы тогда... Я мало чего знал, но мне все было интересно. Он все объяснит, там, 2-5-1, там, не знаю, тритоновая замена на клавишах нажмет, покажет все сыграет, то есть там как... один раз я помню он саксофон что-то, а мы с ним потом тоже репетировали в одной группе саксофон что-то он не взял с собой, играл там на клавишах свои соло и тоже было круто причем вот этим вот кринжовым э, на дешевых клавишах звуком саксофона конченным ну что-то мне так прям классно было даже, даже этим звуком он играл вообще я прям кайфовал думаю нифига он там типа и на саксофоне там играет так мыслит классно и на клавишах типа может навернуть короче и рассказать может по теоретической теме любой вот все все объяснить я думаю, вот это вот просто какая бездонная голова у человека, насколько он типа круто разбирается во всем. И самое главное, такие люди, ну не знаю, мне кажется, у каждого музыканта в жизни такой человек хотя бы один, да, есть. Вот. И такие люди, они как бы не то, что даже тебе много знаний каких-то дают, что ты прям вот какие-то термины там запоминаешь или что они просто мотивирует тебя невероятно, то есть ты понимаешь, блин, чувак столько знает, он может все как бы рассказать, ну вот просто, просто крутой, крутой чувак, он крутой музыкант. И как бы это просто мотивирует, хоть мне вот в какой-то момент захотелось, блин, я хочу быть таким же, то есть я хочу, чтобы когда-то потом, когда я там, вырасту, да, Ко мне подошел какой-то молодой музыкант, как бы спросил там, а что такое тритоновая замена, как она работает. И я мог бы также ему классно и просто объяснить простым языком, что такое тритоновая замена и по любой другой теме. То есть вот мне захотелось стать человеком, который как бы, ну если знает не все, то по крайней мере многое и может просто мотивировать заниматься людей музыкой. Вот мне хотелось сначала подсознательно таким быть, потом я понял это сознательно. Вот. И как-то вот это в том числе и в форме группы джаз импровизация начало материализовываться. Но с, этой, с этим пабликом вообще история, история отдельная. Это был 2015 год, я точно помню, то есть 5 лет назад уже, ноябрь как раз, вот скоро юбилей, пять лет скоро паблику. Я устроился работать в, ну, в первую в своей жизни такую хорошую кавер-группу, где прям нормальная работа была и как бы платили хорошо. Но меня сразу сильно начало удручать отношение людей к музыке. Потому что я как бы ну, на тот момент вроде как подготовленный, там был, более-менее что-то играл, там, да, с джазовыми группами поиграл, позанимался, уже э, нормально. Вот. Ну, Но тебе на секундочку так было 28-27 лет, правильно? Ну да, да, где-то так, да, 27. Ну, то есть ты уже на опыте, грубо говоря, такой был? Ну да, ну я на самом деле вообще до сих пор как бы себя там на опыте не, не считаю. Я постоянно ну, ну я имею в виду это скорее не э, характеристика уровня относительно там мировых каких-то чуваков, а это скорее просто типа готовность к разным музыкальным ситуациям. Ну да, да, наверное, да. То есть я, ну, поиграл с джазовыми как бы группами, с местными, там, ну, с коверами, с некоторыми играл, так с такими простенькими, короче. А ты сейчас, а ты сейчас сказал некоторые ковера, я помню просто в интервью, <laughs> в интервью первом э, с Антоном Довидянцем. Э, там, начало интервью, и я говорю, типа, привет, там, первое интервью, короче, сейчас Антон Давидянц, э, сейчас наверняка там аплодисменты за кадром, там, какие-то ребята, студенты, туда-сюда, кавер-группы, э, типа, сейчас все аплодируют, и Антон меня перебивает такой, ну, говорит, скорее всего, некоторые кавер-группы могут не аплодировать. Некоторые группы, да, прикольно. Так, кавер-группы. Да, то есть устроился работать в, в такую в первую серьезную в своей жизни кавер-группу времени на репетиции это забирало много. При этом я первый раз настолько плотно стар столкнулся с таким явлением, как Отечественная эстрада. То есть мне мне пришло. Я, мне эта музыка никогда интересна особо не была, и играть ее не приходилось, а вот здесь прям пришлось снимать, все это учить, короче, вот вот эта вся история начала немножко мне на голову давить, то есть я таким одиноким себя почувствовал, потому что те ребята, с которыми я играл джаз, они все как-то, кто разъехался, кто там по школам, за, по каким-то, за, за, кто-то забил, наверное. Ну, кстати, вот тех, кто забил, прям не было, и были просто кто как бы, ну там, в силу каких-то объективных обстоятельств, как бы не смог. Стал вести деятельность, да. Да, 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 то есть там школы, оркестры. Юра уехал в Москву. Короче, вроде как джаз, ну, закончился, я, я подумал. Вот, то есть я, ну, по-прежнему сам, сам занимался, сидел дома, да, как бы играл свое удовольствие но так чтобы вот прямо там на сцене там куда-то ездить часто выступать такое это закончилось там, репетиции вот эти веселые mm -hmm. все это время короче веселое закончилось вот началась кавер группа где просто некоторые не особо в принципе вдавались в подробности что такое там хорошая музыка и какая она вообще бывает и как на как бы и какие есть музыканты которые занимаются и потом хорошо играют то есть ну, такая обычная, короче, рабочая ситуация. Не особо высокий местный уровень, не особо крутая музыка. И где-то у меня прям это все начало как-то давить мне на голову, удручать. В общем, творческие силы какие-то начало прям из меня вытягивать. Ну, прям такое было ощущение, что ты вот разобрал там 10 песен на следующую репетицию, там снял их, выписал себе ноты, и все, и больше ничего делать не можешь, короче, и заниматься уже неохота, и как бы вообще даже, то есть в голове такая пустота играет, как что вот какая-то из этих песен, короче, бесконечно, и все. Потом репетиция еще три часа, это гоняешь очень долго, непонятно зачем, в основном для того, чтобы вокалист выучил, короче, песню, вот, все ему играют. Ну, как-то вот резко все это навалилось, короче, на меня. Мне прям стало грустно. Мне захотелось просто найти э, людей с похожими музыкальными вкусами, э, с такими же, как у меня, или примерно. Поэтому я просто, ну, то есть с похожими взглядами, с похожим отношением к занятиям, музыкой, что ли. Я начал просто вот создал паблик и начал просто туда скидывать каждый день видео какие-то, то есть то, что в свое время повлияло на меня сильно. Какие-то там образовательные видосы, видеоуроки классные, просто какие-то там, да, скидывать образовательные видосы, какие-то концерты, то есть все, что меня когда-то вдохновило и мотивировало, как бы, ну и там писать какое-то описание, да, что об этом, собственно, крутого. Вот, разослал приглашение, соответственно, всем своим ну, друзьям. Вот, и, собственно, человек 150, там 200 набралось. И как-то вот в таком виде группа какое-то время существовала. То есть постепенно как бы у людей в ленте начало появляться, они начали делиться этим и как-то вот постепенно начало расходиться там первая тысяча подписчиков потом больше больше дальше ну в то время можно было еще использовать некоторые фишки сейчас это не работает вообще вот а я помню что какой-то типа бесплатный курс посмотрел по продвижению вконтакте там было написано, что как бы люди ну, в то время еще да, на количество подписчиков клюют, то есть подписываются на сообщество охотнее, если в нем как бы больше народу. Поэтому я там что-то накрутил порядка там 500 или 1000 человек, короче, не помню. Ну, прям был, было такое лихое время, когда можно было ВКонтакте накрутить и, собственно, все было классно, ничего там не блокировалось. Сейчас как бы алгоритмы другие совсем. Сейчас все это отрицательно влияет на группу. Вот тогда это положительно повлияло. Что-то где-то, по-моему, один раз рекламный пост какой-то купил в каком-то большом э, сообществе. То есть какой-то какой-то мастер-класс загрузил, что ли, и вот репостом попросил там что-то за 500 рублей. Ну, короче, в общем, по вот этим каналам постепенно начали добавляться подписчики, и я понял, что люди, людям как бы действительно интересно, то есть они идут на тот материал, который интересен мне, а я как бы не не постил просто так ничего никогда, то есть если я пощу альбом, то это значит альбом, который я реально прослушал, в котором я нашел что-то очень крутое, и я хочу поделиться, вот сказать людям, вот просто послушайте, вот это, вот это же круто, и люди, которые со мной согласны, видимо, да, они как бы репостнули, там какой-то комментарий написали. То есть и вот так вот постепенно, как Снежный ком, начало нарастать сообщество людей, которые, ну, я так полагаю, примерно так же, как и я, сидят дома, занимаются, там, слушают э, примерно ту же музыку. Вот. И, собственно, примерно такой же образ жизни ведут, плюс-минус. И в общем ну вот когда я создавал сообщество, мне очень грела мысль, что когда-то соберется такое сообщество, такие люди соберутся. Вот, и мне будет просто классно, как бы, что мы как-то вот вместе как -то мы как контактируем. То есть, что я не один, короче, что я не одинок. Потому что здесь я в городе, если реально в плане музыки одиноким ощущал, потому что вот эта КР-группа, вот эта музыка, которая мне не нравилась совершенно. Меня покинули ребята, с которыми я начал заниматься джазом. Вот, поразъехались, там, короче, перестало существовать. И, в общем, вот короче, мне сильно очень гре грело прям душу. Вот, и, Ну, за первый год где-то набралось. Я не помню уже, сколько подписчиков, но в общем, вот это меня вот это чувство подпитывало сильно, оно как бы мне мне помогало и заниматься, и, и в общем в коверах играть, сильно не грустить там. Вот, а потом как бы и ковера уже закончились, и там другая деятельность начала, а вот, а сообщество растет, как бы я им занимаюсь, и по-прежнему я очень, очень радуюсь, что молодых ребят, возможно, я надеюсь, получается как бы мотивировать и подкидывать им какие-то материалы образовательные, просто вдохновлять их. И да, в какой-то момент я подумал, что классно было бы еще переводить на русский язык, потому что весь материал, который э, мне нравился, реально весь крутой материал, который я находил, по которому я учился, он был исключительно на английском языке. И я подумал, что классно было бы донести это еще до тех людей, которые по-английски не понимают или понимают не очень хорошо, как бы, а материал действительно стоящий, поэтому я просто в какой-то момент решил попробовать, а дай-ка я попробую озвучивать, озвучить видео, ну, то есть перевести прямо и озвучить видео. Попробовал, вроде нормально, как-то постепенно научился чуть-чуть там голосом управлять, ну, конечно, тут еще заниматься и заниматься надо, а я как бы этим не занимаюсь вообще, вот, ну, в общем, есть куда расти. И вот канал на YouTube завел, как бы перевожу еще видосы туда, выкладываю. Вот как-то так это все получилось. Я вот сейчас, пока ты это все рассказывал, как раз э, залез на твой канал на YouTube и у тебя там 4100 подписчиков. Э, короче, джаз и импровизация, так он одноименный и называется. Но вопрос, э, где твои образовательные или любые, короче, видео, потому что у меня их, собственно, на канале с тобой больше, чем, э, без, ну, больше, чем на твоих ресурсах. Вот, у нас с тобой уже там 3 или 4 джема, э, которые, кстати, между прочим, э, по, по мне как бы очень крутые. И Рома всегда предлагал какие-то очень крутые музыкальные идеи. Я в плане там битмейкинга или каких-то лупов не, не, не самый... Интересный человек, а у Ромы это получается очень круто. И вот вопрос: когда на канале у тебя уже появится собственный авторский контент? Потому что мне кажется, что ты его будешь делать мега круто. И я думаю, что все уже готовы. У тебя вот 4100 человек ждут, мне кажется, каждый день, когда это начнет получаться. И мне кажется, у тебя теперь даже есть классная локация, где можно это все делать. Да, локация. Локация классная. Так, да, кстати, скажу, что мы находимся сейчас в студии современной электронной музыки и звукорежиссуры вот здесь, э, которая находится в школе креативных индустрий в Кемерово. Вот. Это удивительно, кстати. Ну, я тебя чуть-чуть попозже подробнее про это скажу, а, спрошу. А теперь все-таки к вопросу, когда займешься авторским контентом, потому что ты нужен российской музыке, ну, как мне кажется. Да, хороший вопрос. Слушай, ну попытки это сделать на самом деле начались еще давно, но мне реально сложно с камерой один на один. То есть мне, мне прям вот я. У меня были попытки записать там пару уроков, которые я так и не выложил. Мне. Кажется, что вот прям плохо у меня получается, короче, говорить. И... Так я же молчу, сейчас сижу. Я реально большую часть интервью сижу, молчу. Ты же вот отлично сам вещаешь. Ну. Да, то есть, ну, не знаю, короче, это сложный вопрос. Есть еще момент такой стеснения какого-то, что ли. Потому что, да, у меня как бы были такие мысли, что прям вот авторский контент свой образовательный, начать пилить э, там ВКонтакте, даже, да, в, в паблике. Но в какой-то момент я начал понимать, ну, думать просто, вот мои подписчики, да, им нравятся, допустим, Кристиан Макбрайт, да, его уроки, или там, э, не знаю, Марк Джулиана, барабанщик, э, или еще кто-то. То есть реально самые топовые чуваки в мире. А, и вот э, наряду с ними как бы в ленте появится видео со мной, и э, это несопоставимый уровень. То есть я думаю, блин, ну я не знаю, спугну что ли подписчиков, что-то не то им дам, как бы и вот мне это немножко, немножко всегда останавливало. Вот, но я понял. Но... Я понял. Но мне кажется, в твоем кейсе это нерелевантное сравнение, потому что ты, ты же можешь... Раз... Ну, я тебя сейчас... Давайте, короче, так, я сейчас практически Рома уговариваю наверное, это делать. Вот. А в твоем кейсе получается так, что ты можешь проанализировать то, что делают эти ребята, и попытаться более простым языком донести это другим ребятам, которые находятся, ну, как бы пока еще там на начальной стадии, или им очень тяжело воспринимать тот материал. Потому что ты такой смотришь, и ты, ну, воспользуясь, возможно, кемеровским жаргоном, ты, короче, выкупаешь, что там происходит. Вот. А ребята не выкупают, что там происходит. Но ты можешь им помочь разобраться. Да, да, да. да. Ну, есть такие мысли, да. Я думаю, мне стоит просто как-то вы, выделить, короче, время на это побольше и, короче, уже сделать, сделать что-нибудь, первый какой-нибудь такой видос. Ну, как бы у меня на самом деле были там Попытки, короче, меня, я же, ну, преподаю по зуму. То есть, э, некоторые рекламные такие, что ли, поп попытки, заходы были там, типа, ми мини-уроки. Там я там груф разбирал. Да, кстати, я же в паблике пару раз делал эфиры, правда, давно еще прямые эфиры, где я просто занимался, сидел. Э, и потом, по итогу, еще там, минус, который у меня получился, или под который я занимался, выкладывал вместе с постом, там ноты какие-то, идеи, то есть, ну да, было такое. А чтобы вот именно видеоурок записать такой какой-то сжатый, концентрированный, ну это надо... Надо, короче, просто подготовиться хорошо и уже сделать это. Ну, возможно, просто тебе нужно найти какой-то формат, который тебе будет в кайф, э, потому что форматов существует сейчас огромное количество, и на примере тех же чуваков, которые тебе самому нравятся, смотреть типа Янека там, или других каких-то типов, возможно, ты просто э, для себя посмотришь там разные варианты и выберешь какой-то, клевый формат, чтобы... Может, э, с кем-то пилить, кто там поможет тебе как-то вести эту историю, там, и на регулярной основе снимаю, там, один съемочный день в неделю. З -з -з Зачем я говорю? Рома сам все это знает, короче. Вот. Типа, ждем, короче, от тебя контента. Потому что, честно скажу, кроме Димы Максимова, нету ни одного бас-гитарного нормального блогера вообще на русскоязычном YouTube. Ну да, 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 я, я хочу сам, у меня есть такое желание, мне просто реально нужно, нужно прям сделать, короче, перешагнуть. Я видел, я одного, я видел чувака. одного чувака, я не помню как его зовут, он э неплохо играет, но он прям говнарь, ну вот такой прям четкий. Вот, то есть он, он классно вроде все делает, но ты смотришь и понимаешь, что это просто пример ужасного вкуса. А у тебя, как, собственно, и в группе, ты можешь транслировать тот же стиль, как бы тот же уровень э, стиля, вкуса. И мне кажется, это этого не хватает очень сильно. Ну, было бы круто с тобой сколлаборироваться, но опять же, тысячи километров. Вот да, было бы блин, круто блин, собраться, как-нибудь. Да, как да да, да. в рамках Москвы то вон мы с Ромкой Балаховым пытались найтись полгода. Вот, так что это такое. Ты когда находишься в этих вот в этих условиях большого кипящего города тут очень сложно как-то манипулировать своим временем свободным. И ты все время такой, типа, чего, куда, кого. Вот. Но мы, кстати, с Ромкой еще даже не закончили Сейчас мы еще финально там даже пока еще досводим звук, хотя в интервью в принципе отснято Это вот на момент, наверное, выхода вот этого интервью будет э, пока еще в процессе монтажа и сведения. Интервью с Ромой Бухал... Булаховым. Вау. Вау, <свят> вот <это> я, бля. <свят> а ладно, я склею. Интервью с Ромой Булаховым, да, и в общем будет оно тоже. Может, уже есть, когда вы смотрите это. Окей, а скажи, пожалуйста, еще есть пара вопросов. Наверное, кстати, есть смысл взять гитару. Я бы тебе кое-что поспрашивал бы про общие такие истории. Может быть, мы как раз бы начали вот сейчас с тобой вот эту серию твоих авторских образовательных. Давай Ром, попробуем. Ром, расскажи, пожалуйста, про систему занятий, которую ты рекомендуешь и уложи, пожалуйста, ее кратко в три минуты. Причем я понимаю, что любая система занятий довольно субъективная херня. Понятно, что она должна быть индивидуально построена под каждого, но как бы рекомендуемая тобой. И вот попробую за три минуты рассказать, типа, как чего. Ладно, хорошо. Поскольку мы играем на струнном инструменте, а мы сейчас говорим для, про систему занятий для бас-гитариста, я так понимаю. На струнном инструменте важны в первую очередь аппликатуры. Чтобы если на фортепиано это все очень хорошо визуально видно, то на струнных инструментах, конечно, это не так все очевидно, поэтому нам нужны аппликатуры ладов. Причем аппликатуры ладов не в одной позиции, а на весь гриф. Есть простая система, но которую я, конечно, в, в 3 минуты точно не уложу. Но, в общем, у нас есть всего три аппликатуры для одной струны. То есть это либо тон-тон, да, допустим, от фа мы начинаем от ноты, и получается через лад и еще через лад, получается фа, соль, ля. Да? Это тон-тон. Есть еще аппликатуры тон-полутон, соответственно, фа, соль, ля-бемоль. И полутон-тон, другая комбинация, да? наоборот, фа, э, соль-бемоль, ля-бемоль. Из этих трех аппликатур и их комбинаций на остальных струнах строятся, в принципе, все аппликатуры, семи диатонических ладов натурального мажора, что необходимо в первую очередь. Дальше мы играем все эти лады на весь гриф, то есть берем, например, не знаю, фа мажор, да, сыграли во всю позицию, да. Дальше дарийский лад у нас идет от соль, да. Ну, вверх и вниз, да. Я для краткости просто вверх играю, дальше фригийский от ля и так далее. Все лады до конца грифа, до по всему диапазону, с, сколько у нас позволяет инструмент. Вот этим я занимался, ну, как минимум года два сидел над этим, то есть, чтобы просто хорошо получались переходы между позициями, чтобы не тупить, да, когда ты сдвигаешься из одной позиции в другую и просто теряешься, как бы не понимаешь, где ты находишься. Вот, соединять эти, пози эти позиции между собой, соответственно, чтобы это сделать, есть тоже ряд упражнений некоторых. Привет, кошка. Она тебя внимательно Она сказать, по-моему, что-то хочет. Ладно, потом дадим слово. Вот, то есть лады и аппликатуры просто тупо вверх и вниз, чтобы пальцы знали в любой позиции, куда идти дальше, чтобы не тупить, вот. Потом очень... из, из этого, соответственно, мы можем сразу заниматься импровизацией, то есть когда у нас готовы аппликатуры под пальцами, мы можем из этого даже в случайном каком-то порядке строить мелодии, смотреть, что из этого получается. Соответственно, нам нужно просто знать, на какой аккорд, какой лад играть. Это немножко в область гармонии, уклон. Вот, все это есть абсолютно сейчас не проблема. Хоть нажать самому себе аккорд, хоть сделать минус в Эйблтоне, хоть скачать минус и найти на YouTube. Вообще не проблема. А вторая важная вещь это, конечно, ритм. Ну, ритмом можно заниматься по-разному, если, э если вкратце, то важно не попадать вот в эту ловушку, когда ты научился вроде как ровно играть э под метроном. Раз, два, три, четыре. Как бы у тебя совпадают первые доли с метрономом, и все, и тебе на этом кажется, что ты как бы играешь ровно. Важно продолжить дальше игры с метрономом, либо уменьшать количество опорных долей, либо двигать э, удары метронома на неопорные доли в твоем э, груве, э, в рисунке песни, неважно, либо совмещать это все вместе, то есть и уменьшать количество опорных долей и двигать их на э, какие-то неопорные доли. Вот. Могу показать на примере какого-нибудь грува. Мне кажется, на самом деле все понятно. Я именно показать попросил бы тебя сейчас другую штуку. Если вы хотите вот эти опорные доли, все остальное, бас-гитара, ритмические рисунки, это вот кроме по ссылочкам внизу проходите, ему пишите, и он вам персонально расскажет вообще все, просто все, что вы хотите. Ты же удаленно, я так понимаю, в основном все да, да, да. Я занимаюсь как раз один на один по по зуму. Вот так что, кроме по ссылочкам внизу, проходите, не стесняйтесь. А попросил бы я тебя показать. Э, интересно просто, вот э, если, если бы я себе такой вопрос задал, то, короче, я бы на него не ответил. А вот тебе я его задам, интересно. Я бы, это, неважно, ответишь ты на него или нет, но, э, в общем, есть ли у тебя какие-то фразы любимые, которые ты просто можешь сходу сейчас, ну, в любой тональности сыграть, которые ты периодически используешь, потому что у меня, например, таких нет. Но мне интересно, есть ли у тебя? А, да, есть. Мне очень вот одна из первых как раз фраз, которые я в принципе снял и которые меня очень сильно зацепили в игре Яника как это использование натурального минора, а не дорийского лада, потому что как бы в джазе общепринят дарийский лад все-таки. И когда я начал заниматься ладами, меня, собственно, это, это зацепило. Вот, поэтому я привык к дарийскому как, как бы к стандартному самому минорному ладу. Но у Яника я услышал натуральную шестую ступень. И... А, запись включу. Момент. Да. Запись бас-гитары. А. То есть какие-то такие штуки он играл. То есть вот у нас получается, да, э, ля-минор. Натуральный. И вот какие-то такие. То есть пятая, шестая ступень. И потом э, с шлагом на пятую ступень снова. И вот это вот это вот, вот это вот натуральная шестая ступень как бы вот с, с такими вот всякими штуками с фаршлагами почему-то меня вот прям дико мне нравилась эта штука и я прям к ней очень сильно тяготел это вот одна из первых фраз, которые я снял наверное, то есть какой-нибудь вот такие все такое всякое использование натуральной шестой ступени. Да, это наверное одна из таких mm -hmm. фраз, которые могу вспомнить. Ну, опять же, The Lake, знаешь такое, да? да? Даже я, я, конечно. вот. Конечно. Почему-то в последнее время как как это. Не знаю, может быть слишком много видео смешных смотрю про эту фразу. У Адама Манили опять же постоянно лейтмотивом да про проходит да. эта фраза, поэтому. Да, да, да. Что-то как-то играешь, бывает, и опа, и вылазит. Интересно, кстати, могу заметить от себя, что у тебя звук, он нестандартный с точки зрения того, как обычно играют вот на постсоветском пространстве. Объясню быстро. То есть есть звук а стандартный классический джаз-бас, там, Precision, а, есть, даже больше джазбас обычно, есть звук такой говнарский, роковый, ужасный, а есть звук э, тех ребят, кто занимается интенсивно, типа Антон Давидянц, вот что-то такое там... Это комплимент. А, полу, пол, полусольное. А есть, короче, звук такой типа Precision, э, он прикольно стеклянный, такой грувовый, я даже не знаю, с кем это сравнить, но, короче, это, э, наверное где-то местами, может быть, это Пина Паладина, где-то местами, может быть, это Патитучи, где-то местами это может быть, да даже, например, Стинг. Ну, правда, у него телекастер, но все равно короче это вот такой звук, типа он не классический басовый в стандартном шаблонном понимании на постсоветском пространстве, не знаю может это too much, может я заморачиваюсь ну короче, у тебя вот этот звук прикольный то есть, типа, с тобой когда всегда джемили это, это очень прикольно звучит, особенно когда ты тогда скинул, что ты пресс себе купил Precision же, да, вот это прям вообще, то есть настолько прям твой, твоя гитара, да-да-да, вообще ну вот, что прям очень круто. Вот, да. вот, Спасибо, а, это прям это вот приятно, то, я очень приятно тебя слышать. Ну и да, и вообще качественный бас. Вот Ром сейчас играл, я прям чувствую это. Хоть я его сейчас слышу в айфоновских наушниках, но я чувствую это давление такое правильное, короче, это прям очень круто. А, вот. Ребята, я э, что хочу предложить? Я хочу предложить, чтобы все, кто интересуется бас-гитарой нормально и хочет обучаться, собственно, вот есть всего два человека, это Рома, вот и Дима Максимов. Но мы сегодня про Рому, поэтому с Димом Максимом был уже интервью на канале, тоже, кстати, смотрите. Это третий, Че... а четвертый бас-гитарист у меня на канале. Мне кажется, кстати, у меня, блин, больше гитаристов, чем гитаристов уже э, среди интервью. А в общем, все, кто интересуется импровизацией, с правильной, грамотной, методической программой с точки зрения обучения изучения всех этих вещей, и кто хочет вдохновиться классным контентом, потому что ты же наверняка у учеников мега мрачно заряжаешь правильной информацией и в общем, то есть у тебя получается, короче, те, кто у тебя занимается, это такой персональный джаз и импровизация. Ну я стараюсь, я стараюсь паблик. соответствовать. Да. Вот, и в общем, мне кажется, по ссылкам просто внизу переходите, пишите Роме. Бас-гитара вот будет у вас э, как следует прокачана. И не только бас-гитара, еще и импровизация, теория, звук и все остальное. Ну, в общем, классно. Э, спасибо тебе за огромное за интервью. Э, вот, я думаю, что для затравки всем информации хватило, а дальше мы ждем уже от тебя контента на канале. Теперь у меня нет вот. шанса и... не, не выпустить что-нибудь. Теперь я, я обязан. Надеюсь, ну круто, я вскоре. надеюсь, мы увидим вскоре. И я думаю, что мы еще с тобой сделаем отдельный видос, где ты расскажешь про тоже у меня на канале, где ты расскажешь про вашу крутую школу, потому что вот про школу музыки я делал уже у себя видос на канале, потому что это действительно в Москве единственная крутая школа. А вот про вашу школу это вообще уникальный случай. Надо отдельно рассказать. О, кошка решила стать Иисусом просто и, короче, свет пролить на эту комнату. <laughs> Господи, как у него слово <laughs> светится. <laughs> Люминесценция. Это очень смешно. Да, ну, короче, э Спасибо, давай сделаем про интервью отдельное про школу, вот и все покажешь, расскажешь, походишь по ней с камерой тоже, и ждем от тебя авторских видосов на все интересные темы. Спасибо давай. тебе и большое. По и по теории, ну, вот. Я всегда все, рад просто. с тобой общаться. Все, спасибо, да, за удаленный такой классный кол.